Наконец-то я себе успела урвать лецитин. За ним все гоняются, и его снова нет, кстати, в наличии. Ну, по крайней мере, на нашем складе. Это точно. Посмотрела сегодня, нет. Лецитин вообще много выполняет задач в организме, укрепляет иммунитет, он и как антиоксидантный эффект. Натуральный антиоксидант, тут бета-каротин идет, высокоочищенное МСТ-масло для укрепления иммунной системы, снижает окислительные процессы в организме. Вообще лецитин из подсолнечника у нас, высококачественный лецитин из подсолнечника, не содержит ГМО, фитоэстрогенов каких-то, в отличие от соевых аналогов. И взяла себе две баночки. Вот так выглядит лецитин, вот такие красивые капсулки, пахнут очень вкусно, витаминками такие. В баночке, кстати, идет 90 капсул, принимаем по 3 капсулки во время еды или сразу после еды. Такой увлажняющий гель для умывания, это наше жидкое золото, линеечка Эспиральта Аурум. Большая туба, очень ее надолго хватает, хорошо очищает, там буквально капельку надо, чтобы умыться. Сейчас, как на осень, на прохладное время года, очень-очень актуально. А с этой же линеечки взяла себе пробуждающую сыворотку. Кстати, она появилась снова в наличии, долго не было. Пробуждающая сыворотка. Также наше жидкое золото. Еще одна сыворотка, это уже линеечка Wellness C, это наша новинка. Много и кремов с этой линеечки, и гель для душа, и сыворотки. Шампуни с этой линейки также есть. Брала себе эту сыворотку. Это сыворотка для лица, лифтинг и тонус. Очень хорошо тонизирует. Лифтинг действительно делает. Аромат бесподобный. Аромат универсальный, такой унисексовый. И идет морской коллаген и полуан. Очень-очень понравилось, поэтому рекомендовала клиентке. Она себе взяла. Карандашик для бровей. Это заказала для себя. Была акция. Я снова повторила. Мне понравился. И заказала в цвете Тауп. Самый универсальный цвет. Очень удобный. Кисточка обалденная. Карандаша хватает на весь день. Стойкий, удобный. Поэтому рекомендую. А кто пользуется карандашами. Ну и последнее. Это также заказ клиента. Это восстанавливающая эссенция с ниацинамидом 10%. Для выравнивания тона кожи лица от пигментации. Сейчас на осень это также будет актуально. Классная вещь. Тут идет аж 50 миллилитров, хватит ее надолго. Но еще забыла вам показать, это такой наборчик блотеров для тестирования парфюма. Заказала, тут очень там много их, хватит также надолго. Ну, смотря как будем тестировать. Будем тестировать парфюм с девочками, смотреть, пробовать. Очень удобно на блотерах, поэтому появились, кому нужно, берите, пока есть наличие. Вот такой небольшой заказ, но очень-очень полезный. Я ждала лецитин, наконец-то буду я его принимать.